Всем привет! Сегодня у нас на обзоре расчески с милыми котятами. Они представлены в трех цветах. Это голубой, розовый и фиолетовый. Давайте посмотрим все по отдельности. Для начала посмотрим технические какие-то части. Да, это что расческа у нас с массажным эффектом. Она у нас мягенькая. На кончиках щетинок у нас есть скругление, за счет которого расческа не будет царапать голову малышки. И также обратите внимание на особую форму щетинок, которая способствует быстрому распутыванию волос. По технике, наверное, все. Давайте перейдем к внешне. Тут у нас расчесочка с блесками. Они все с блесками, но все с немножко разными блесками и с разными рисунками. Тут котенок сидит в чашечке, а снизу у нас нарисована звездочка. Обратите внимание, что блестки расположены по-разному. То есть отдельно у нас есть блестки в ручке, отдельно блестки в расчесочке. Они между собой не смешиваются. Рисунок у нас также повторен с другой стороны, также звездочка. Очень мило, очень красиво. Следующая расческа. Котенок у нас сидит на капкейке, на милом радужном капкейке таком. Красиво, мило. Здесь у нас находится рыбка. И с обратной стороны тоже эта же самая рыбка. У всех расчесок подушечка того же цвета, что и сама расческа. То есть тут она у нас голубая. Тут она у нас розовенькая, и у второй тоже будет такая же розовенькая. Только котенок будет сидеть уже на пончике, и снизу тоже будет расположен пончик. Давайте посмотрим последнюю расческу. Тут у нас котенок снова сидит в кружке, но уже другой котенок сидит немножко в другой кружечке. А что у нас снизу? Снизу у нас какое-то облачко. Фиолетовая расческа очень милая, на мой взгляд, одна из самых красивых на самом деле. Мне она нравится больше всего.